Всем привет! Сейчас мы посмотрим новую историю про дачных гопников от деда. Поехали! Хочешь развлечься? Стой, не листай ты вниз. Залезь мне в сердце, а не в мой плейлист. Ландау, не слушай, я как поганка. Могу засрать все хлоя, не засранка. Жека, ты мне друг? Друг. Ты мне друг или свинья? Дай денег до зарплаты. Да, ого. Легко. Ого. Короче, поехали мы с кентом к нему на дачу малины пособирать, ну и просто на великах погонять. А потом кент по имени Жека. Встретили местных аборигенов. Аборигенов. Прикольно так. Мол, кто такие, куда путь держите и зачем тут появились. В общем, где-то минут пять это бла-бла-бла продолжалось, а потом один из них, видать, самый хитрожопый, заявляет: а ну-ка дай-ка мне, братишка, свой велик. Покататься. Я прокатнусь. Мы с кентом переглянулись, и я ему говорю: по-моему, запахло жареным, и нужно делать ноги. Короче, помахали мы им рукой и быстро-быстро дернули домой, на дачу. Ну а на даче, так как уже стемнело, побросали велики во дворе и легли спать. Легкие такие, слышишь, плоские. Я, значит, на крыльцо почитаю. А великов нет. Ну, что ты ждал? И смотрю, а наших великов-то нема. Ну и чуть не грохнулся с крыльца. Кричу кенту: Жека, все пропало. Наши Жека, жопа. В общем, недолго думая, мы выбежали их искать. Но не про... Я думаю, что их звонят не из России. Нашим взглядом проехал... Мне тоже кажется. Может, он белорус? Аборигеном. Прикольно. Говорит, а может, украинец? Надо их найти, велики забрать, ну и по харе тапкам надавать. Кент, смелая. А как их поймать на велики-то? Смелая. Ну. Полчаса мы стояли возле их двора. А, так не знаю, где живут. Такой. Заходим, бьем их, забираем велики и уходим. Ничего себе. Все коротко и ясно. Но что-то пошло не так. И когда мы туда ворвались, их там оказалось... Распочковалось. Много. Размножились. И тут-то началось. Как же неприятно. В тот момент я понял, что тапки нам уже ничем не помогут. Не. В общем, где-то минут 20 там объясняли о том, что велики нам совершенно не нужны. Что теперь делать? Без зубов и без великов наконец-то покинули этот двор. Жестко. И потихоньку, не спеша, пешком пошли. Блин, домой. Отомстите им, вы же можете. И назад говорю кенту: пошли милицию. А ты знаешь, а мне как бы и без велика неплохо. И все. Блин, ну как-то им отомстят. Помнишь, как они соседу гадкому отомстили? Да, да. Как они вообще изгалялись. Да, да, надо было мстить, короче. И за это ты зря отпустила так просто. Надо было тоже какашки подложить. Надо было велосипед хотя бы, если что, знаешь, не доставайся ты никому. Как-то испортишь, чтобы уже никто не смог катался. Да. Да-да. Если вам понравилось видео, приходите на стрим 5 часов. ПК. Не смотри, ланда, не смотри, ланда, не смотри, ланда, что тебе покажет эта баба и старик.